Лошади! Я тебя разберу! Как далеко отсюда он может быть? Мимо меня не пройти! Просто тебе не уйти. Ах, вот как? Кровопить. Думай получше. Думаете, я сдамся? У тебя дети я есть? Ни слова не скажу. Ты сюда, Шарвин! Я тебя в порошок сотру. Он бы просто бить хасник. Я все кишки тебе выпущу! Принадлежит моей хозяйке, мадам Бодри. Но она еще не пришла. А пузырек? Мы много всего продаем. Без этикетки не узнаешь. Спросите у нашего химика, Николя, или у аптекаря Самуэля Марана. Он такое же средство продает. Я вам дам адреса, только мадам Бодри не говорите. Они с Самуэлем как кошка с собакой, только еще хуже. Thank you.
Да, это пузырек из лавки мадам Бодри. Уж я-то их повсюду узнаю. Слава богу, ее самой тут сегодня нет. Денег она не платит, а терпеть надоело. Гражданин Маран предложил условия получше. Но мне надо еще кое-что для себя сделать. Так что простите. Что скрывать? Это не мое средство. Пробку видите? Я-то свою всегда помечаю. А ежели отметки нет, то это мадам Бодри. Она в свои микстуры что только не кладет, лишь бы продать подешевле. У меня сплошные убытки, а выпьешь этой отравы чуть больше, и конец тебе. Это не мое средство. Пробку видите? Я-то свою всегда... Да, это я. Но скольких людей я спас от этой ее отравы? Я защищал жителей Парижа. Та женщина отравилась своим же ядом. Чаша с ядом тебя миновала, повезло. Выбирай. Thank you.
Thank you.